Коронавирусная инфекция не привязана к возрасту. Заболеть может каждый. Это подтверждает статистика. И даже уже не мировая, а приднестровская. На сегодняшний день у нас 57 подтвержденных случаев COVID-19. Среди заболевших двое подростков, им 15 и 16 лет. Многим еще нет и 40. Лишь 6 пациентов, которые сейчас в коронавирусном госпитале, старше 60. Еще одна печальная статистика – смертность. В Приднестровье 3 жертвы COVID-19, все младше 60. Одной из умерших и вовсе было 27 лет. А накануне стало известно о 22-летней жительнице Суклея. У нее тоже COVID. Осложняют течение болезни и сопутствующие заболевания. Поэтому коронавирус. Вирусная инфекция наиболее опасна для людей с хроническими патологиями. Еще раз напоминаем, следите за своим здоровьем. Важно вовремя обнаружить симптомы болезни и обратиться к врачу. Никакого самолечения.